Чем вы руководствовались, когда утверждали кандидатов на эти должности? Что важнее было? Образование, опыт, какие-то дружеские отношения, безысходность? Ну, начну с того, что дружеских отношений однозначно нет, не руководствовался. Руководствовался профессионализмом, образованием. И независимо от человека, это откуда, да? Вот. Поэтому в любом случае, если так взять коллектив, если, значит, за год взять, да, кто там, значит, ушел, пришел, но коллектив в основном процентов, я считаю, на 75-80 он прежний. 75-80% прежний. Значит, у нас, если взять по профессионализму, опять же, да, ну, сложно, мы же сами знаем, основная же задача все-таки это тема жилищно-коммунального хозяйства, дороги. И, допустим, Пенский Евгений Анатольевич здесь профессионал в рамках действительно работы, значит, с энергетикой, значит, плюс образование, плюс опыт работы, да, и поэтому сначала он, естественно, был назначен на должность заместителя по ЖКХ и транспорту, то есть вот эту тему он прошел, да, и потом я увидел, что он может работать гораздо большим объемом, и, соответственно, был назначен на должность первого заместителя. Я думаю, что вы с этим согласны, и здесь я, можно сказать, практически не ошибся, и работоспособный человек, работает грамотный, да, значит, я думаю, еще в этом плане у него еще большой зазор есть. Вот. Что касается, мы же правильно, да, говорим, что вот темы ЖКХ дальше, да, соответственно, ну, один человек, допустим, который пришел, он, значит, профессионал, все, да, вопросов нет, но мы вместе с тем понимаем, что, значит, многое, значит, еще по состоянию здоровья. То есть начались вопросы, нагрузка же большая, я так скажу. Вы сейчас о ком говорите? Ну, у нас кто там был? Как у здоровья? Ну, кто у нас был? У нас был Жукшин, да. Вот. Да, значит, Игорь Петрович потом говорит, ну, вот так вот состояние здоровья, значит, сложно. Поэтому, ну, что я ж, не могу там уже. Нет, работайте там, давайте. Нет, ну, тут не будем рисковать, и поэтому каждый должен оценить свои силы, значит. Ну, вот так вот, поэтому. Значит, ситуация, значит, вы знаете, Анфимов сейчас назначен должность зам по ЖКХ. Я скажу, что, значит, понятно, ему непросто в рамках, я бы сказал, руководящего опыта, но он очень активен. Оцените работу новой команды по пятибалльной системе. Ну, 3 с плюсом. То есть до четверочки еще надо дошагать. 3 с плюсом.